Сеньор Джорджо! Опять звонила ваша жена. Она очень волнуется. Да неужели? Привет, пап. Привет. Все готово. Группа приехала, а ребята собрались. Ты прав. Все будет отлично. Да, отлично. День будет незабываемый. Прекрасный. Есть новости по делу. Надо подождать, нужно еще время. Извините, доктор, звонила сеньора Пилон, она жалуется на боли в бедре. Старая маразматичка. Винодельня наша, и ты ее хозяйка, а не этот римский проходимец. Он мой муж, мама. Говорят, вас все очень любят. И что женщины к вам очень благосклонны. Так что же нам делать? В таком маленьком городке все знают. Не глупи, ну какая тюрьма? Какой мерзкий человек. Как он себя ведет? Он меня пугает. Это ты меня пугаешь. Беа, это ты? Есть вещи, о которых лучше молчать всю жизнь.